Александр, ну по поводу матча, невероятный какой-то матч получился, невероятный счет, что скажете? Я бы не назвал его невероятным, мы играли в свой футбол, использовали много моментов, также не использовали некоторые. Переиграли «Динамо», особенно в полузащите, поэтому я думаю, счет по игре. Ну, при всем уважении к вашей команде, мало кто мог поставить на такой счет до игры. Что сегодня произошло, как думаете? Проблемы, что они не могли поставить. Мы играли, мы победили, мы забили больше, чем «Динамо» на 4 гола. Я думаю, что мы заслужили такой игры, потому что надо было победить. Мы еще в этом году не побеждали в чемпионате России. Чтобы упрочить свои лидирующие позиции, нужно было победить. Мы это сделали. Проблема зимнего футбола. Шакер. Ну, поле. Насколько тяжелое было сегодня? Тяжелое поле. Очень. И чем ближе к концу, тем хуже, да? Ну да, естественно, было много земли. Земля такая прилипала к шипам, бутс, к подошвам, поэтому было сложно. Не кажется, что играть на таком поле – это неуважение к футболистам? Сложно сказать. Мы играем на тех полях, на которых мы играем. Это не от нас зависит. Поле одинаково было и для нас. Главное, чтобы болельщикам было приятно смотреть на футбол. Бывают матчи, когда действительно из-за поля сложно показать какой-то красивый футбол. Из-за этого, наверное, больше негатива и мало положительных эмоций получают именно болельщики, кто смотрит по телевизору, и тем более, кто приходит в холодную погоду на стадион. Мы сегодня постарались не огорчить наших болельщиков. Сейчас выглядит довольно грустно, как будто 5-1 для вас мало. Я устал очень. Устал. Кадр картинки показал, что какой-то предмет у вас прилетел. Я не знаю. Там много чего летело. Что самое интересное прилетело? Бананы не кидали.